Поступают новые данные из Киева, где минувшим вечером прогремел взрыв, в результате которого был ранен скандально известный депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. Как сообщается, взлетел на воздух мотоцикл, находившийся рядом со зданием телекомпании, откуда он выходил. Мощность взрывного устройства была эквивалентна килограмму тротила. Помимо Мосийчука пострадали еще три человека. Его охранник погиб. Место происшествия до сих пор оцеплено, там работают следователи. Произошедшее правоохранители квалифицировали как теракт. Впрочем, некоторые украинские политики не собираются дожидаться итогов расследования и, по традиции, уже во всем обвинили Москву. Добавлю, что Игорь Мосийчук прославился пьяными скандалами и драками прямо на заседаниях Верховной Рады. За свою политическую карьеру бывший замкомандира батальона «Азов» несколько раз оказывался в тюрьме.